2 мая в областном доме журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная международной премии «Мы вместе». Ее участниками могут стать россияне в возрасте от 14 лет, некоммерческие и волонтерские организации, представители бизнеса и медиасферы, реализующие социально значимые проекты. Должны быть те проекты, которые уже на сегодняшний день имеют какие-то реальные результаты. Премия вообще направлена на признание и поддержку лидеров общественно значимых мероприятий, которые направлены в основном на помощь людям, а также на улучшение жизни в России, ну и в мире в целом, потому что премия у нас международная. Подать заявку нужно успеть до 15 мая включительно. Закончится прием заявок в 23:59 по московскому времени. Обращаю особое внимание, что в этом году к подаче заявки еще обязательно должна быть приложена видеовизитка. Видеовизитка – это снятый небольшой видеоролик, в котором описывается весь проект, то есть зачем он нужен, когда он будет реализовываться, какие предполагаются достичь результаты. В этом году заявки можно будет подать по 11 номинациям. Каждый участник может внести несколько проектов в разные разделы. Размер грантов составит от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Сейчас все медиаресурсы доступны абсолютно всем. У всех есть телефон, у всех есть смартфон. Пожалуйста, берите, делайте, рассказывайте о добровольчестве, рассказывайте о хороших делах, придумывайте сами. Это же одно большое добро, но складывается из много мелких хороших поступков. И очень круто, что для молодежи отдельная номинация – это прям потрясающее событие для меня, потому что детей надо вовлекать по максимуму в это во все, потому что это наше будущее с вами. Здесь просто для всех волонтеров, кто не имеет юридического лица, максимально простые условия. Действительно, надо просто взять и сделать. Я как бы считаю, что не только государство должно помогать людям, но и мы друг другу. И вот этот проект помогает нам всем быть вместе и помогать людям, нуждающимся, правда, в этом. Конкурс проходит в несколько этапов. Финал состоится в декабре. Общий грантовый фонд составит 90 миллионов рублей.